всем привет. С вами снова Придонки. Вот мы сегодня в гостях у Евгения. Снимаем такой вот трайк, такого вида, довольно необычного. Смотри, поворотники, все, ты сразу знаешь. Да, я сразу узнал. Поворотники и ШПС. Тут только уже заодно это уже можно уважать, этот аппарат. Да, парни, да. Мотоциклетные повороты. И жесткие. Крепление руля. Вообще, такая серьезная запута, замута. От какого-то спортбайка заднее колесо. Ну, видите, на него парни не обломались. Примутили такие тормоза. Тут только вот этот головной свет на него смотришь, уже, представляете, вот моя рука, вот, плюха. Она светит просто как тепловозная фара. Ну, короче, длина как у хорошей машины. Наверное, длина как у Жигуля, не меньше. 3,50. 3,50, ну вот сами думайте. Вот прицеп для нее 4,50 делается. Прицеп тоже самодельный. Ну, что это стоит? Вот такой прицепчик мини. Мини-прицепчик. Все как надо, на литье, все дела. На рессорах. Вот эти подушки, вот верхние, это от Скани, да, стоят? Да, с кабины. Зад не помещу, кажется, с Volvo. Передний точно с коня. Ресиверы для воздуха с КамАЗа. Ну, это я уже обратил внимание. Что, остальной перед весь самодельный, весь из металла. Все, облицовка. Ну, вакуум, смотрите, типа какой-то жигулевский, да, стоит? КамАЗа жигулевский, да. Назад. Не хватает. А туда больше, там, сложно засунуть. Места мало. Ну, уже видите, мотор стоит объемом 3,5. Вот движочек 79 года. Сколько же там заявлена мощность? 212. Вот такой монстроподобный трайк. Честно говоря, я ожидал увидеть что-то такое помельче и такое поспокойнее, но он такой монстрообразный, что вообще. Видите, тут приборка сбитого истребителя. Ну, есть, конечно, время, чего нет. Тут видите, орган управления, все чисто мотоциклетное. Газовая ручка стоит. Ну, правда, не Магура, но близко к тому. То есть все как надо, все мотоциклетное. Ну, тут понаворочено, короче, я тут. Слов нет, одни слюни и буквы. Коробка-автомат. Ну, слышите, да, коробочка-автомат стоит, это тоже. Интересно. То есть ручку крутанул и телепортировался. И видите, стоит стабилизатор. Все как надо, как на машине. То есть, видите, яйца. Жигулевские, все как надо. Тормоза. Причем, видите, сдвоенные стоят. Три влазит. Ну уже думаю, так, хватит. А так три супа-то залазит. Ужас. Ужас. Просто суппорта закончились. Компрессор Бертус, который качается. Ужас. Знакомые поворотники из детства. А Шкода, по-моему, такие стояли. Не, это с этого. Ну, похоже. На Шкода. Прицепах, на опорах. Ну, вот такие мы стояли на мотоциклах, вот, в авариях ставили, снимали с машин или покупали. Вот тут видите, такая могучая педаль. Тормозная, все как на мотоцикле, только что. Все очень серьезно. Педали с BMW тормозная. На автомате такая большая стоит. То есть тут по-любому не промахнешься вообще никак? Да. А если промахнешься, то поджаришься. Ну я смотрю специально, чтобы лапа не сгорела. Замотана. Мало ли бывает чего в жизни. Ставить защиту, чтобы случайно не встать на трубу. Сиденье. Там вообще. Ага. Черт, ногу сломает. Запасной бензонасос. Короче, пацаны, если что-то здесь какой-то черт завелся, то уставить выгонять чертей отсюда. То есть тут уже сложно. Тут такие запуты с проводами. Мне уже плохо смотрю, мне уже ноги подкашиваются. Если какой-нибудь там КЗ, то
не знаю, куда лезть. Только бежать. Да. Остается только скрипеть. Ну, я вам отвечаю, мужики, что вот само сиденье на вот на этом треке, оно размером больше, чем мой себе один. Размером реально больше. Ну, втроем можно садиться. И дуплить. Не раз ездил. У меня такой вопрос нескромный, что гаишники спрашивают, когда видят вот этот аппарат? Ну, сейчас еще у них просто нет слов. Ну, а так, стандартные вопросы. Сколько едет, сколько жрет, сколько делал, сам делал. Ну, как все, как всегда. Можно сразу прескурант распечатать, просто показывать, чтобы вопросы не задавали. Ну что, парни, заводим. Монстр ожил. Это прям какой-то дракон вообще с виду, дракоша. Это он здоровый. Вот эти вот хищные вот эти вот паучьи лапки вот эти вот, как у паука. Подрос парень. Я что, тебе покакал, пацаны? Пацаны, я каждый раз нажимаю и какаю. Вот такой монстр карликовый. Если так в кавычках назвать, слов нет.